Итак, друзья, всем здорово, с вами Алексей. Сегодня будем говорить о UNIFSwap. Это проект, который обещает запустить монетку UNIF. Нашел его на просторах интернета. Говорят, что, в общем-то, вроде китайский токен, который обещает сделать раздачу уже 12 марта. И чем раньше вы заклеймите свои токены, тем лучше. Говорят, что 10 юнив за активацию и по 10 юнив за реферала будет оценить. Ну, я так понимаю, что это все будет стоить в сумме 15 долларов, насколько я помню. Или как-то так, или 10. Ну, сейчас посмотрим. Вот если 10 юнив, это там, тут где-то написано, что 10 юнив, 1 эфириум равно 1000 юнив, да, то мне кажется, 15 долларов будет стоить именно 10 юнив. Максимум 20 рефералов на один аккаунт. Я один аккаунт уже сделал, я сделал еще один аккаунт, но уже через VPN, потому что я тут писал вам, ссылка будет, кстати, в описании на это все. Я тут перевел на русский, потому что сайт на китайском. Тут типа мошенничество не пройдет. И сейчас мы поговорим вообще в целом, что можно сделать. Значит, переводите на русский, вписываете, тут можно будет вписать свой MetaMask кошелек, нужен ERC-20, да. Вот когда вот тут вам набежит UNIF, вы сможете нажать «Извлекать», и чем раньше это сделаете, тем лучше. Я вот 160, 40, 10, да, заклеймил. Всего 200 за можно за рефералов, пишет 300, но на самом деле уже 200. Обещают только 500 тысяч монет, то есть они должны быть максимально дорогими, и 290 тысяч распределят среди участников сообщества. Значит, я уже собрал с этого аккаунта 210 токенов, максимально сколько можно, создал второй, уже набиваю туда, но свой второй я не подвязывал под первый, чтобы, если что, меня не обвинили в мошенничестве, типа в мультиаках и так дальше. Значит, что еще хотел сказать? Если до 12 марта у меня появится эфириум, я отправлю им на адрес для краудфандинга. То есть я просто возьму и отправлю какую-то сумму, 15-20 долларов, думаю. Отправлю им сумму, потому что, как показывает опыт, ну, если все действительно, ну, если проект реальный, как показывает опыт, они потом тем, кто им помог на стадии краудфандинга, должны отблагодарить. Или же, я так понимаю, что можно будет отправить, ну, я так понимаю, что они за это выдадут токены, да, но можно попробовать просто поучаствовать, типа как, вот как стейкер DAO, да, там помогали. Но я в этом не призываю, я просто говорю, что я это сделаю обязательно. Значит, максимально 200 юнив. Что еще я не сказал? Значит, вот видите, я 2.03, 4.03. Я вообще написал в канале 2 марта. Просто сейчас только дошли руки сделать об этом видео. Аккуратно участвуйте, не регистрируйте под основной аккаунт, с которого участвуете, другие свои. Если уже делаете мультиаккаунты, то сделайте отдельный мультиаккаунт и под него уже регайтесь, если планируете такое делать. Вроде как осталось 4 дня до конца, посмотрим, как оно все будет. Опять же, ждем 12 числа, ну а пока что приглашаем рефералов. Вот такая вот раздача, неизвестно сколько будет стоить. Там грозятся, я читал, что будет и по 1000 долларов стоить это все, вот этот дроп. Ну посмотрим. В принципе, на этом все, ссылка будет в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте дизлайк, если видео не понравилось. Смотрите мои другие ролики, также подписывайтесь на наш телеграм-канал и телеграм-чат. Спам какой-то. А, нет. Подписывайтесь на телеграм-канал и на телеграм-чат. Также на мой инстаграм там часто проходят эфиры по поводу криптовалюты. Я там общаюсь с людьми. Ну и оставайтесь у меня на ютубе. Не пропускайте видео. А в телеграме раздачи появляются гораздо раньше, чем тут на ютубе. Поэтому переходите, оставайтесь с нами. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего заработка на юниф. И всем пока.